«Снегурочек» – так назвали новогоднюю экспозицию сотрудники Булатовской библиотеки, а организовали они ее совместно с читателями. В параде участвуют самые разные снегурочки – елочные украшения, игрушки, открытки, куклы. Обратились к нашим читателям, и они понесли свои домашние снегурочки из дома. И вот настолько некоторые экземпляры просто поражают воображение, что вот столько лет они хранятся у людей. Есть снегурочки с большим стажем. Вот это, например, ровесница одной из слободских семей. Она появилась в ней в 1969 году. У большинства своя интересная история, поэтому владельцы дорожат своими снегурочками. Всего у нас 21 новогодняя игрушка, снегурочка, и 35 почтовых открыток. Вот открытки предоставили 4 человека, а снегурочки, их столько много, не члены клуба «Золотой возраст» в основном они принесли. И, конечно, у нас были несколько экспонатов библиотечных, потому что в свое время заведующая нашей библиотекой Аделаида Борисовна Горбунова, к сожалению, уже нет с нами, вот она очень любила новогодние игрушки и приобретала. Вот из ваты они самые такие, мне кажется, старинные. Поражает, что вот они настолько разные. Знаете, и 3 сантиметра есть самая маленькая, и вот 41 сантиметр – это музыкальная снегурочка. И главное, из какого материала они сделаны. Это так интересно. И я думаю, когда у нас ребятки будут приходить на наши мероприятия, они будут смотреть во все глаза и удивляться, а какие они красавицы, наши снегурочки.